расскажи про Эквадор. Приехали представители Венецианской комиссии. Я расскажу действительно. Они были настроены несколько скептично. Для того, чтобы они оценили, зачем Украине нужна люстрация, мы повезли их в Межигорье. После того, что они увидели там и спросили, этим действительно владел ваш президент? Мы говорим, да. Говорит, а вы это все было... возили? И это, говорит, секундочку, это все было, говорит, его? Да. А сколько он зарабатывал? Мы говорим, вот столько. И тогда глава этой делегации, оглядываясь по сторонам, сказала потрясающую фразу. What's a fucking shit? Она продолжила. А соседям нужно было еще провести. И когда мы вернулись в Киев, она сказала, этот закон действительно затрагивает некоторые права человека. Более того, этот закон надо дорабатывать. Но Украине этот закон необходим. И я спросил, скажите, пожалуйста, а какие будут выставки Венецианской комиссии? Там председатель мужчина, он приезжал. Нет, приезжала представитель женщина была, не надо. Президент мужчина там. Президент, он приезжал и все четко сказал. Какая приезжала сюда, приезжала три человека. Да. Приезжал из Грузии, итальянка и француженка приезжала. Так вот, когда они приехали, они говорят одну фразу. Ваша задача довести до конца ваше начинание. И вот это главный месседж.